Приветствую всех на моем канале. Сегодня в связи со значимым событием, а именно выходом модификатора The Banner Saga 2, я решил сделать на него собственный обзор. На саму игру обзор я не делал, да и на первую часть обзора я не делал. Я не уверен, что я в то время, когда вышла первая часть, вообще занимался обзорами игр. Давно это уже было. Собственно, давайте сразу смотреть. Ну, главное меню переведено хорошо. Что здесь вообще можно было запороть, не знаю. Так. Игру я уже прошел. Не буду свои сохранения импортировать. Давайте просто глянем. Так, ну, собственно, еще перевод у нас. Давайте, собственно, глянем, с чем начинается игра, если не импортировать свои сохранения. Мне даже любопытно, вот хуже или лучше, чем там задано, собрал всех ресурсов, людей спас. Перевод, вот мое личное мнение, что я видел, а я игру уже прошел, перевод хороший. Я его прочитал, нигде особых нареканий вообще не возникло. Не заметил даже, что это не оригинальный, не знаю, язык. Все было неплохо. Есть даже озвученный текст, ну вот в моей версии перевода, но озвученного текста так мало, что о нем даже говорить неохота. Серьезно, там 20 предложений может быть. Может быть 50 слов в этих 20 предложениях. Не считал конкретно, но практически нет. Предыстория нам не интересна. Скорее всего, раз вы это смотрите. Сейчас немного посмотрим на заскриптованные сценки. Вы это видели? Ладно, я тут не игру обозреваю, а чисто русификатор. Не хочу делать обзор. Сейчас он просто... Плюс уже все пройдет, то есть заспорит, что оно вам надо. Ugh!
Так, ну вот диалоги. Нет, ну, в общем, перевод, как я уже сказал, хороший. Я здесь никаких нареканий не увидел, когда так просто сам проходил. Сейчас только посмотрим, сколько у меня там на начало игры ресурсов. И, наверное, на этом закончим. Вот только проблема в том, что я в этот раз не дам вам координаты для поиска самого перевода. Ну, больно много там сайтов. Есть тема на... Ой, не на Subgame, а на Плейграунде. На сайте Плейграунда в этой игре, в обсуждениях там что-нибудь насчет русского языка слышно или что-то такое. В общем, там есть координаты сайта нужного. Тогда зайдите, посмотрите, или где-нибудь еще найдите. Я думаю, его уже много где выложили. Мне нравится музыка в этой игре. Кстати, заметьте, глава 8. Ой. Точно, блин, не отдельная игра, да, и все. Понятно. Ну, у меня было больше варлов выживших, а беженцев поменьше выжило. Даже не знаю, лучше это или нет. Варл-то пополезнее беженцев, например. А там... вести сложно. Все-таки. Хотя тут всего пара стычек, которые в первой части войны назывались. Когда армия на армию сходились. С этим как-то победнее. Ну, в общем, все. Давайте подведем итоги. Перевод хороший. Желаю всем насладиться игрой вместе с ним. Не зря ждали, кто ждал. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите новых видео.